Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду делать печенье, очень вкусное, очень нежное, просто тающее во рту. Буду использовать вот такой вот пресс для печенья. Очень интересное приспособление, но к нему нужно приспособиться. К нему есть куча насадок, можно сделать любое красивое печенье, какое вам нравится. Рецепт очень простой, я к этому рецепту пришла с третьей попытки. Потому что пыталась попробовать по рецептам, которые указывают в интернете, но оказывается, что они очень много чего не договаривают. Кто-то пишет муки побольше, кто-то добавляет туда еще жидкость, но чувствую, что надо было что-то поменять. Я поменяла, и у меня все получилось, и прекрасно отсаживалось мое печенье. Для начала, чего не говорят в других рецептах, я взяла 3 желтка, отделила, смешала их с сахаром и оставила на несколько минут, для того, чтобы сахар немного разошелся. Если я этого не сделала первый раз, то крупинки сахара чувствовались на моем печенье внутри после выпекания. Это было не очень приятно, поэтому уже после нескольких испытаний я решила делать именно так. Добавляю сюда к желткам с сахаром, сахар не полностью еще растворился, там небольшие крупинки есть, но в процессе вымешивания они уже разойдутся. Добавила сюда размягченное сливочное масло, можно использовать маргарин, из-за того, что там сливочное и растительное масло, печенье будет даже еще более хрустящее, то есть не переживайте, это тоже будет очень вкусно даже с маргарином. Перемешиваю все, посмотрите, какая красивая легкая и воздушная масса получается, как крем. Теперь уже сюда я буду отвешивать муку. Во многих рецептах на данное количество жидких ингредиентов пишут около 400-450 грамм муки. Это очень много. У меня получилось тогда очень забитое тесто. Оно не отсаживалось с этого шприца. То есть мне не было удобно, как его отсадить. Оно не отцеплялось у меня просто. Поэтому, убирая по 50 грамм муки, я пришла именно вот к такой пропорции. Перемешиваю сейчас муку, сахар, яйца и масло. Вначале масса кажется немножко суховатой, но это только в начале. Немножечко нужно домешать ее руками. Либо, если вы используете кухонную машину, она справится с этим за вас. Сейчас домешаю на столе. На столе будет удобнее собрать массу в комок. Масса немножечко липкая, несмотря на то, что в ней большое количество масла, она немного липкая. Но только в самом начале. Долго ее мешать не нужно, для того, чтобы у нас не развивалась клейковина в тесте. И тесто не было жестким. И хорошо отсаживалось. Вся фишка в том, что для этого шприца нужно использовать именно особое тесто, которое будет очень рассыпчатым в процессе, то есть которое не тягучее. Я, если честно, изначально думала, что для него подойдет любое, но нет. Поэтому пришлось приспособиться, и вот такое вот идеальное тесто я придумала для себя. Посмотрите, вот такое вот оно немножко рыхловатое, но зато когда тесто выдавливается из этого шприца, оно как бы отламывается и отходит от него само по себе. Теперь можем уже заняться своим шприцом. Вот такой вот у меня шприц, для него вот какие-то еще насадочки такие, типа для крема, я их не использовала вовсе. У меня для этого другие есть вещи. И вот сами насадочки для печенья. Их тут куча кучная, выбирай какую хочешь, но я первую хочу использовать именно елочку. Скоро Новый год уже, поэтому будем делать елочки. У меня на самом деле, у меня из этого количества теста, у меня получилось 3 противня печенья, поэтому я использовала тут, наверное, штук 6 насадок, для того, чтобы у меня была куча разное печенье. На шприце вот такие вот там зазубринки. Мы поворачиваем вот этот вот штекер и вытаскиваем вот эту вот палочку. Она убирает нижнюю часть, чтобы мы могли туда вставить печенье. Беру кусочек теста, раскатываю его и вставляю в свой шприц такой. Беру насадочку выпуклой стороной наружу и ее нужно прикрутить. Так, какой стороной она прикручивается? Что-то... Ага, все, я сейчас попробую чуть-чуть по-другому. Сейчас сразу вставлю в этот. На самом деле, уже когда ты понимаешь, что у тебя получается, очень все просто. А так,
Все, развернула я штекер в другую сторону, выдавила печенье. Вот тут внизу штучка, которая регулирует количество выдавленного теста. Либо вот так вот штекер ходит по большой такой, выдавливает большое количество теста, либо вот так вот по чуть-чуть. Там такой просто как ограничитель, вы его поворачиваете, то есть просто ограничитель получается. Сама фишка еще в этого шприца в том, что не ко всему прилипает это печенье. Я пробовала отсаживать на тефлоновый коврик, на силиконовый коврик, и уже когда я психанула, и у меня ничего не приставало, а печенье оставалось внутри в шприце, я попробовала к столу, и оно, о чудо, пристало к столу. И теперь я отсаживаю постоянно эти печеньки к столу. Ну, выбора нет. Говорят, еще очень хорошо отсаживать сразу на железный противень. К нему тоже очень хорошо пристает. То есть, либо железный противень, либо вот как бы у меня стол как деревянный такой, ну, не каменный, чтобы вы понимали. И потом это печенье прекрасно переносится на уже, куда вам нужно, на тефлоновый коврик, на пергамент, неважно, к пергаменту тоже не пристает. Для того, чтобы елочки мои были более праздничные, я сверху их чуть-чуть посыпала посыпкой для Пасхи и немножечко пальчиком придавила. Теперь буду использовать вот такой вот цветочек. Вот посмотрите, хочу показать тефлоному коврику, хоп, и все осталось в этом шприце. А к столу, хоп, и еще посмотрите, разные цветки получаются от разной силы надавливания. То есть разное количество теста я выдавливаю, и разные цветочки получаются. Смотря какое вам печенье нужно и какое вам на вид нравится. То, которое мне не нравится, я прекрасно убираю и буду использовать в следующий раз. Для печенья купила вот такое вот, как это назвать правильно, недоповидло у нас продается в таких брусках, которые потом не тают, ничего с ним не происходит. Для того, чтобы его преобразовать в нормальный вид повидла, я его взбила погружным блендером с небольшим количеством кипяченой воды. И у меня получилось уже нечто похожее на домашнее нормальное повидло, которое я смогла отсадить в серединке из кондитерского мешка. Оно никуда у меня не поплыло, и вот такие вот прекрасные звездочки у меня потом и остались, собственно, на печенье. Я еще туда повтыкала грецкие орешки. Тоже очень прикольно получилось. Вот у меня там разные абсолютно, вы видите, и елочки, и цветочки, и как одуванчики, куча всякого разного. А вот и с грецкими орешками у меня получилось такое вот, тоже отсадила. Все очень быстро, на самом деле тесто делается в течение 10 минут, отсаживаются эти штучки тоже в течение 10 минут, и выпекаются они около 10 минут при температуре 180 градусов. Смотрите по цвету, который вам нравится. Я надеюсь, что мне удалось раскрыть секрет этого шприца, с которым у многих возникают проблемы. Также это печенье можно использовать без него. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.